Первое в новом году заседание ученого совета по традиции началось с награждения. После этого ученый совет поддержал кандидатуры на присвоение ученого звания и замещение должностей на кафедрах университета. Первый проректор по научной работе ЮРГУ Антон Коржов подвел итоги научной деятельности университета. С 2023 года реализуются стратегические проекты, налажены прочные промышленные связи с ведущими предприятиями региона, получены мегагранты. Они позволили основать крупные лабораторные направления квантовой инженерии света и экологических проблем постиндустриальной агломерации. Кроме того, наш университет реализует региональные проекты по импортозамещению и стал частью передовых инженерных школ федерального проекта Миноборнауки России. ПИИШ «Сердце Урала» призвано подготовить к 2030 году 1500 технологов и конструкторов для современных отраслей бизнеса. Во время заседания также было рассмотрено предложение проректора по образовательной деятельности ЮРГУ Марины Потаповой об утверждении основных образовательных программ по 9 специальностям. Более подробно о повестке заседания ученого совета расскажем в следующем выпуске.